Тая, на ножки поставь. Да, носорог. На ножки поставь. Вот. Молодец. Поплыли еще? Да? Сейчас еще и пузыри начнут выпускать воду. Нет. Он сейчас пузыри еще выпускает, видите? Вдох делает и выдох воду он делает сейчас. Поплыли еще. А с выдохом больше еще под водой находишься? Нет, это хорошо же, как по технике плавания вообще, там выдох производится в воду, потом вдох, когда поворот идет, или выход из воды. Вот он что и делает, то есть он выдох делает в воду, потом он такой, и снова погружается. Сейчас он опять вынырнет, он выдох сделал в воду. Видите? Потому что если бы у него был воздух, он бы не смог вдох еще сделать, когда у него воздух есть. То есть он сначала бы сделал выдох, а потом вдох. Он бы не успел. Он бы не успел. Он бы, да, он бы просто не успел. А здесь он молодец, он выдох делает воду, и уже с пустыми получается, только на вдох выдержит коротенькое время, и снова поплыл дальше. Вот сейчас он не делает выдох воду, поэтому, когда выныривает, делает начало. Ну, потому что бортик рядом. Да, с бортиком хорошо. Устал.